Праздники закончились, елки остались. И если игрушки можно спрятать и сложить в коробку, то что делать с новогодними деревьями, знают не все. Чтобы отслужившие красавицы принесли пользу, Виталия Бересток заранее оповестила всех соседей в чатах. Вместе проехали по району и привезли ели в общую точку сбора. Проезжали мимо мусорных баков, там лежит вот гора елок. Вот это практически все из нашего двора. Мы вывезли полностью одну машину загруженную и вторую. 20 пунктов приема елок по всему городу. Чтобы и нести было недалеко, и дерево до марта в квартире не стояло. В прошлом году было собрано около 500 елок. Это отличный результат. И в этом году за первые 2 часа работы акции уже собрано около тоже 300 елок. Все собранные елки переработают в питомниках. Щепа или мульча станет кормом для животных и удобрением для растений. Ей уже можно будет топить печи в селах. Здесь могла бы быть ваша елка. Вот в этих специально отведенных контейнерах для новогодних красавиц оказалось старое кресло, мешки со строительным мусором, которые необходимо выбрасывать вот в эти соседние баки на расстоянии 2 шагов. Такие деревья для утилизации вывезут на полигон для твердых коммунальных отходов. В акции участвовали и другие города – Севастополь, Ялта и Алушта. В 2021 году волонтеры планируют запустить зеленый круговорот по всему полуострову. Наталья Житко, Влад Мошик, Сергей Козырь. Утро нового дня.